Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях експерт Сергій Чернишов з ігорного бізнесу. Вітаю вас. Здравствуйте. Ну, саме головне, в принципі, в нас кожні 5 років намагаються закрити гральний бізнес. Тобто ми бачили пости 2014 року від Авакова, де він розповідав, що все, прийшов час, ми подолаємо незаконний і гральний бізнес і таке інше. Ми бачили нещодавно, в принципі, те ж саме, і незрозуміло, коли цьому покладуть край. От як з вашої точки зору, зараз я знаю, що ви контролюєте процес в комітеті, як там відбуваються дебати щодо законопроекту, яка там ситуація, в принципі, на яких, в принципі, з яких засадах зараз зупинився цей законопроект про гральний бізнес? Ну, ситуація тривіальна, все продовжується, як і продовжалось, в принципі, на самом деле в нашій країні. С 2009 года вообще нет игорного бизнеса, законного игорного бизнеса. Потому что все, что есть, это, скажем, юридические уловки, которые позволяли людям в черную зарабатывать деньги. Ну, то на казино, там вывеска лотерея вешается, и это такая юридичная... Скорее всего, да. Потому что я, как специалист, закончил свою деятельность в 2009 году на территории Украины и дальше развивал ее уже за границей. Поэтому... Сейчас я пытаюсь донести до наших парламентариев возможность и правильность работы, как она сделана за границей. И рассматриваю ситуацию сегодня как некую борьбу. В один и тот же закон внесли очень много видов деятельности. Лотерейную деятельность, залы игровых автоматов, казино, букмекерскую, которая в принципе вообще не пересекается. Это очень разные по структуре бизнеса, и сегодня происходит некий конфликт. Каждый из этих направлений пытается за счет других сделать закон. Ну, так как у нас, допустим, лотереи существовали, и они сегодня имеют финансовые возможности, они говорят, вот игровые автоматы – это плохо, их надо ухудшать. Букмекеры говорят, да нет, вот как бы мы тут самые-самые френдли, и мы должны идти вперед. Нет вот этого объединения между самими участниками рынка, что самое плохое на самом деле. И с другой стороны, есть некое непонимание со стороны властей. Но они не должны понимать. На самом деле депутаты, они хотят привести в некую легальную зону весь этот игорный бизнес, чтобы он начал давать поступления в бюджет. А зараз як? Тобто, куди гроші йдуть з грального бізнесу? Тобто, ми розуміємо, що, мабуть, це поліція, Генпрокуратура, СБУ. Хто це кришує зараз ігорний бізнес, з вашої точки зору? Я розумію, ви зараз не можете там сказати конкретно, але все ж таки ви ж розумієте, як він зараз працює. Силові структури. Ведь они всегда осуществляли контроль. Естественно, что можете себе представить главу районного отделения милиции, который не знает, что у него на районе, на улице стоит игорное заведение. Нет, конечно. Естественно, что от этих людей зависит разрешение. Ну а дальше по цепочке в самый верх. Таким образом можно, ну, по крайней мере, я логически таким образом строю такую цепочку. Вот. И... Хочется сейчас не сколько даже на вот этих проблемах останавливаться, а сколько хочется остановиться на их решении. Потому что мне кажется, что говорить о том, что плохо, сегодня многие говорят. Хочется сказать о том, как надо сделать, чтобы стало хорошо. Ну, це зрозуміло, але все ж таки, я думаю, що дуже цікаве питання. Тобто зараз, якщо всі ці гроші йдуть у кишені правоохоронців умовно, ми ж розуміємо, що якщо приймуть закон і зобов'яжуть... все ж таки директорів та власників грального бізнесу платити податки, тобто сума, яка зараз йде правоохоронцям, вона зменшиться. І ми розуміємо, що якщо прийметься законопроект, то фактично правоохоронці втратять одне із своїх джерел доходу, правильно? 100% так. Чем более открытые будут правила и будет открыт нормальный закон, тем больше, скажем, предпринимателей перейдут в открытую систему работы и начнут платить налоги. Потому что на самом деле тяжело прятаться. Гораздо проще, чтобы государство обозначилось с тем количеством денег и
или с тем процентом, который оно хочет от этого бизнеса, построить хорошую систему контроля и платить. И тогда и предприниматель спокойно будет спать, и государство будет получать свои доходы. Ну от перед тим, як ми перейдемо до фактичного змісту законопроєктів і їх варіацій та правок, от з вашої точки зору, чи правильно це? Наприклад, у Радянському Союзі, я не пам'ятаю, щоб там десь були казино, я бачив дуже багато фільмів, так і інше, тобто максимум це лотерея, там, чи мабуть якісь букмекерські контори, а от були вони? І як тоді з цим боролися? Тож ми розуміємо, що гральна залежність, вона була і тоді. И как зараз? При Радянском Союзе была такая фабрика в Виннице, которая выпускала игровые автоматы. На самом деле, еще при Советском Союзе были выпущены первые игровые автоматы, и это был заказ государства. Эти автоматы располагались в специальных гостиницах для интуристов. Да, это было специально для них сделано. Даже были закуплены американские образцы аппаратов, которые были привезены в Украину. И здесь на весь Советский Союз выпускались такие игровые автоматы. Правда, с такими большими платами были первые аппараты. Вот. С этого все началось. Дуже цікаво. Да. В основном, конечно, в Советском Союзе существовала лотерея, которую все знали. Все ходили, заполняли талончики. Вот. Это был тоже азартный бизнес, и, в принципе, с этого все начиналось. Азарт, он присутствовал всегда. И сказать, что на тот момент не было игроманов, игромания, она под собой подразумевает некую зависимость человека, не обязательно к азартным играм, вообще к любой игре. Понимаете, азартных людей очень много, и лудомания, она опасна своими последствиями, не самим заболеванием, своими последствиями. Почему? Потому что человек берет из семейного бюджета деньги, выносит их и тратит их бездумно. Да, он моментально большими суммами проигрывает эти деньги, и семья остается без средств существования. Это есть последствия. И на Западе, так как там гораздо более высокий уровень культуры игры, давно решена эта проблема. Просто почему-то... А каким чином так и там и вы решили? Очень легко. На самом деле очень легко это все решается. Почему? Потому что ведь самая главная как бы вещь – это сами финансы. Если сделать очень низкий уровень ставок и небольшие выигрыши, человек физически не сможет проиграть больших денег. Можете себе представить, вот, допустим, раньше были такие автоматы, как «Морской бой», вот по 15 копеек. Сколько человеку надо было, чтобы проиграть семейный бюджет вот в таком аппарате? Ну, понимаете, да? Вот, и таким образом, там да, да, ему просто надо было бы умереть возле этого аппарата, чтобы туда проиграть. И на Западе и были разработаны эти схемы уже давным-давно. Просто у нас всегда это спрятали. Понимаете, у нас никогда не было некого хорошего взаимодействия между чиновниками и бизнесом. Потому что чиновники, отдельно чувствуя себя богами, навязывали условия игры. Бизнесмены, понимая структуру и внутренности бизнеса, придумывали схемы, как от этого убегать. Понимаете? И из-за этого противостояния никогда мы не могли прийти к тому, чтобы и государство хорошо зарабатывало, и предприниматели работали четко и по правилам, и зарабатывали тоже свою часть дохода с этого бизнеса. И на Западе было принято разделить аппараты, те же игровые автоматы, на три части. Первая часть – это были барные аппараты. Они обладали очень низкими ставками и очень маленькими выигрышами. Они размещались в барах, вот почему их назвали барными. И они имели максимальную ставку до $1, это максимум, что можно было поставить, и выигрыш до $100. Такие аппараты, они очень мало приносили, они были очень оборотисты на них, просто из-за того, что очень маленькие ставки, маленький выигрыш, очень часто выпадал выигрыш, и поэтому их можно было 2-3 штучки поставить в баре, и люди видели, что там что-то звучит, какие-то монеты падают, и поэтому они на них играли. Доходность этих аппаратов небольшая, и вот как раз-таки, если их использовать, то лудоманов вообще не будет, потому что на них физически нельзя много проиграть. Вторая категория – это клубного типа. Это уже более серьезные аппараты, на которых ставки достигали $10-20.
Ну, тобто там потрібно було там... якісь спеціальні штуки купувати, чи просто... Є різні варіанти, їх настільки багато, взагалі азартний мир, він настільки багат в своєму різнообразі, що є множество різної техніки, багато навіть образці не були представлені в Україні. Я просто останній раз грав десь, мабуть... Років з 10-12 тому, коли ще в технікумі вчився, по 25 копійок, але в мене щось азарту, так, я щось його не відчув, то я і покинув цю справу. Є люди азартні, є люди не азартні. Ну, так природа розпорядилась. Mm-hmm. Я от 19 років в ігорному бізнесі. І не являюсь азартним чоловіком взагалі. Я ніколи не грав на апаратах з цілею іменно поіграти. Я грав на них з цілею... изучить алгоритм. Мне всегда было интересно, почему нормальный человек, весьма адекватный, садится перед каким-то железным ящиком и оставляет там часть собственного или семейного бюджета. Вот меня всегда это интересовало, и поэтому несколько лет своей жизни, даже достаточно много, я посвятил тому, чтобы понять все-таки, почему так происходит. Ну, то вы, в принципе, прекрасно разумеете, что это 10 копеек вкинули, там, и можно из автомата получить не 10, а 9 копеек, а 1 копейку, там все одно в нем залишится. Я правильно разумею? То есть, разумеющий всю математичный цей алгоритм, в принципе, якогось сенсу грати, я так розумію, не було. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что просто есть разные люди, которые от разного получают удовольствие. Да? Одни получают от каких-то скоростных гонок, другие от просто валяния на пляже. Третьи вот от игры на деньги. Понимаете? Uh-huh. И я не знаю, это Бог, наверное, так распорядился, что он нас разделил, да, по каким-то группам. И вот есть люди, которые вот именно азартны. На самом деле, действительно, аппарат, вообще весь игорный бизнес, я хочу немножко вот развеять, да, вот эти мифы, которые вокруг него. Во-первых, по поводу криминалитета, я еще дальше хочу это сказать обязательно. И по поводу выигрыша. Весь игорный бизнес, он основан на выигрыше. Если бы не было в азартном бизнесе выигрыша, он бы вообще не существовал. Поэтому всегда любой здравомыслящий, скажем, руководитель этого бизнеса, он всегда радуется, когда есть большие выигрыши. Игорный бизнес всегда зарабатывал с оборота. Чем больше оборот, тем выше зарабатывает игорный бизнес. На самом деле процент отдачи, вот о котором многие говорят, что его там прикручивали, уменьшали, это все ложь. Я был в свое время производителем игровых автоматов, мы разрабатывали игровые платы, и мы для операторов делали даже обманные вещи, где писали, что вот 90% в настройках, 90%, 80%, 70%. На самом деле, чтобы они не выставили, все равно будет 90%. Объясню почему. Потому что в зале, помимо моего аппарата, да, моей техники, стояли и другие образцы. Американский образец 92% отдачи, минимум. И получается, когда два человека сидят и играют на разных аппаратах, и вы на этом аппарате падают выигрыши, а на этом нет. Естественно, что люди, они просто оставляют этот аппарат, и сам же оператор потом тебе скажет, слушай, у тебя плохой аппарат, понимаете, да, и они на нем просто не будут играть. На самом деле, чем больше выигрышей, тем больше прогоняется через них денег, и тем выше этот процент, хотя он всего лишь порой составлял там 4%. Но вот, к примеру, да, вот россияне заполнили когда-то наш рынок вот этими столбиками, которые стояли на всех остановках. Да, это, ну, скажем, страшная вещь, которая не социально незащищенные слои населения ввело вот в эту игру. Мало того, детей привлекло. Мы в свое время даже боролись сами, самостоятельно боролись с этим бедствием. Вот. И вот можете себе представить, у этого аппарата был... Почему на них так играли? 98% отдачи. Да. И можете себе представить, этот аппарат... 2% только... И вот этот аппарат приносил до 1000 евро в месяц. Вы можете себе представить количество прогнанных денег через вот эту жестянку, которая приносила вот такое огромное количество денег? Почему? Потому что в нем постоянно звенели монеты, с него постоянно сыпалось. И, естественно, это привлекало людей. Многие видели, ну, человек выиграл, почему бы мне не выиграть? И вот таким образом и происходило вовлечение. Просто в развитых странах мира... Это, в принципе, запрещено. Нельзя на улицах ставить аппараты. Это глупо. Это у нас только такое могло быть, потому что не было правил. И эти правила, они должны были быть в государстве. И мы сами пытались привязать эти правила. Но, к сожалению, тогда это все не сложилось. Было политическое решение закрыть это все.
И, в принципе, оно даже больше не политическое было. Это был момент смены власти. Угу. К власти в этот момент приходила Юлия Владимировна. Ну, а за какой период самого говора, чтобы разобраться? 9-й год. Угу. 9-й год. Это был май 9-го года. Если мне не изменяет память, 7 мая 9-го года в Днепропетровске в зале российской компании «Метроджекпот» произошел пожар, так называемый. Хотя это был взрыв, люди вдохнули газ, которые находились, и их, его подожгли. Почему? Потому что тумбы, деревянные тумбы под этими аппаратами остались не сгоревшими, а металл самого аппарата поплавился. Uh-huh. Газ поднялся вверх, его подожгли, люди вдохнули, и там было очень много трупов. Вот. Виновных так и не нашли. Uh-huh. Понимаете, да? И сразу в этот же ночь поступило решение Кабинета министров Украины, в котором закрывалась на месяц вся игорная деятельность. Uh-huh. Хотя, ну, все игроки рынка, операторы имели официальные лицензии на тот момент. Ну, тут офіційних, я так розумію, представників бізнесу грального, вони фактично з 2009 року перестали існувати. Перестали существовать, конечно. Очень многие уехали за границу. Тобто це був золотий рік для представників правоохоронних органів, тому що потім всі гроші, які отримувала держава, почали отримувати вони, я так розумію, кешом. Ну, скорее всего, так, потому что через кассовый аппарат, я думаю, вряд ли Авакова заносили. Вот. Скорее всего, так. Почему? Потому что, ну, вы же сами видите, по телевидению сейчас и в интернете очень много съемок, которые проводят СБУ, НАБУ, в правоохранительные органы. Там стоят реальные игровые автоматы, вот, которые запрещены. Кольца рулеток, столы игровые, покерные. Это все было запрещено в 2009 году. Uh-huh. Естественно, что, опять же, без крышевания, без вот этих вот заносов, оно бы не существовало. Uh-huh. Вот. И, ну, даже то, что время от времени они там закрывали, прятались, это все равно не решалось. Дай бог, чтобы сейчас это все решилось. Uh-huh. Потому что страна все-таки должна, если невозможно это удалить, то страна должна четко это контролировать и получать в бюджет этот доход. Мало того, всю несоциальность этого бизнеса надо эти же деньги направить на социальные проекты. Это сделано во всем мире. Весь мир приходит к тому, что если есть некий несоциальный вид бизнеса, то надо по максимуму доходами, ну, от него перекрыть социальную сферу. Продажа цигарок. Продаж цигарок, и таким чином якось потрібно в медицину тоді, якщо це вбиває людей, якимось чином перенаправляти ці кошти. А от ви казали, що є от перший рівень, другий рівень, третій рівень. Перший рівень – це там ставка дуже маленька, другий рівень – це що? Це клубного типу. Це вже більш серйозні апарати. В них, значить, 10-20 доларів – це ставка. І виграш вже до 10 тисяч доларів. В них чоловік просто може швидше. Понимаете, чим вище ставка, тим швидше ти можеш проіграти. Когда человек приходит первый раз, он не играет по большим ставкам. Он приходит в зал, садится и играет на какие-то копейки, выигрывает там с рубля 10 рублей, подпрыгивает, танцует чунга-чангу и говорит: «О, я выиграл». Он ощущает это как выигрыш. Но чем больше он туда начинает ходить и смотреть, что человек рядом сидит и выиграл 2000 гривен, понимаете, он думает: «О, почему бы это был не я? Да, ведь мне повезло, я уже выиграл 10». И он начинает играть. Таким образом, со временем стирается понимание самого выигрыша. Для каждого человека выигрыш – это нечто свое. Для лудомана он начинает идти все выше и выше. Он не останавливается. Были люди, даже в моей практике, которые с 10, грубо гривен выигрывали до 16 тысяч гривен, потом проигрывали за ночь это все обратно и заносили еще 10 своих сверху. Понимаете, да? Uh-huh. Поэтому что такое выигрыш, для каждого это свое. И вот именно болезнь сама – это переход к тому, что человек перестает ощущать понятие выигрыша. Он начинает все обратно засовывать. Ага. Понимаете? Вот. И вот эти, скажем, клубного типа – это еще более-менее, они как бы были не страшны. Самые страшные – это казиношного типа. Клубного типа аппараты, их уже нельзя было поставить 2-3, вот как барного. Почему? Потому что на них выигрыш уже гораздо выше, его дольше надо накапливать.
И из-за этого, если бы их стояло 2-3, то люди проиграли, ни на одном аппарате выигрышев нет, другие бы не видели, и оно бы умерло. Угу. Клубные уже требуют порядка там 20-50 аппаратов в зале, для того, чтобы хотя бы на каком-то происходил выигрыш и привлекал внимание людей. А за кордоном, де саме вот такі клуби? Є якісь клуби там, де це все? Это по всему миру. Клубных аппаратов очень много. В Германии, к примеру, в Австрии, понимаете, там это очень развито, там есть культура игры, она привита людям, для этого выделяются и деньги, есть специальные программы, которые обучают людей. Если человек приходит в игровой зал, у него есть четкое количество денег, которое он может позволить себе поиграть, и количество времени. Uh-huh. Если он начал играть, он, если время закончилось, он снял эти деньги и ушел. Понимаете? Ему не дают продолжить играть, или как? Не, он сам для себя, людей просто обучают этому. Угу. Понимаете, есть понятие культуры игры. Это точно так же, как когда мы закончили Советским Союзом, нас никто не научил бизнесом заниматься. Мы даже договориться в компании не могли. Из-за этого как бы многие компании, которые создавались там соучредителями, они распадались. Потому что люди примитивно не могли договориться, кто за что отвечает и сколько получает. Понимаете? И вот точно так же и здесь. Получается, что вот эти культура игры, она предполагает за собой громадный пласт работы, которая помогает преодолеть и лудоманию, научить людей действительно получать от этого удовольствие и правильно играть без какой-то потери домашнего бюджета. Вот как вы идете в кино или на какое-то развлечение, вы имеете сумму, которую себе на это выделили. Uh-huh. Точно так же в развитых странах мира есть люди, которые идут в игровые заведения и имеют определенную сумму для этого развлечения. Они даже заранее знают, по какой ставке им играть, чтобы примерно им хватило на это время. Если uh-huh. он за это время выиграл какие-то деньги, он не будет дальше продолжать играть, он снимет эту сумму и уйдет. Так, я так розумію, найстрашніше – це казино, і там, де можна поставити, в принципі, будь-яку суму. Так, казиношні апарати – це вже третій, найпоследній уровень. У них нет ні пределу ставок практически, ні пределу виграш. Це виграші до полумільйона, до мільйона гривень. Ну, в даному випадку ми говоримо о американських, може бути, казино, там в доларах це все вважається. І тому їх ставлять вже сотнями. Сотнями, а то и тысячами. Вот если взять, вот голливудские фильмы показывают, там в казино очень много аппаратов. Для чего их столько? Для того, чтобы, так как выигрыши очень высокие, они очень редко падают. Из-за этого большое количество аппаратов находится, и в какой-то момент где-то на каком-то аппарате срывается громадный выигрыш. 200, 300, 500 тысяч. Понимаете, да, это все начинает жужжать, греметь на весь зал, это все разносится по всему залу. А то главное, я так разумею, особливість цих автоматів другого класу, щоб виграші там випадають не часто, але дуже важливо, щоб усі у залі це зрозуміли, що на цьому автоматі впав виграш. Це психологічна річ, на самом деле. Коли существує виграш більше, ніж чоловік проіграв, він буде продовжувати грати. Чому? Тому що він підсознательно вірить в те, що, можливо, йому зараз випаде цей виграш, і він відб'є свої гроші. Почему барные аппараты как бы не страшны? Да потому что, когда ты проиграл 300 гривен, ты понимаешь, что больше тебе выигрыш не выпадет. Все, алиус. Человек собирает эти деньги и уходит. Понимаете? Он понимает, что он продул. Ну, сегодня попал. Но он попал на 300 гривен. А когда у вас выигрыш полмиллиона, человек приходит и проигрывает квартиру. И еще думает себе о том, что, возможно, ему там еще что-то выпадет. Понимаете, да? И такое возможно. Оно реально возможно. Если бы это было невозможно, он бы не проигрывал. Угу. Но это позволяет сделать за одну ставку убить игрока. То есть я так понимаю, нашим глядачам, думаю, важливо зараз розуміти, якщо вони десь бачать на автоматі якомусь дуже великий виграш, то це прорахована психологічна модель, щоб залучити нових гравців до цього апарату чи до цих апаратів. Я же вам рассказывал, что это и есть металлический ящик, который к себе привлекает. Чем он может привлекать? Деньгами, выигрышем. Uh-huh. Чем выше этот потолок, тем больше человек спокойно проигрывает в него деньги. Для этого и были придуманы системы джекпота. Uh-huh. Это та капля, которая висит, и даже если ты проиграл больше, чем есть на аппарате, у тебя все равно подсознательно остается некая надежда uh-huh. на то, что упадет тот джекпот и перекроет твой проигрыш. Uh-huh. Понимаете меня, да? Uh-huh.
Зрозуміло. Ну, то саме, я так розумію, страшніше все ж таки це казино, там, де можна програти все. Это уже казино. А як от зараз у нас в Україні реально от є ситуація? І як ще от відділити, наприклад, онлайн-казино від реальних казино? Я так розумію, онлайн-казино взагалі ніяких податків не платить. Тобто люди в онлайн щось закинули, і в онлайні вони це все роблять. Як там намагаються регулювати? І чи в цьому законі є щось про онлайн-казино? На самом деле, мне понравилось, в законе действительно прописана норма, которая контролирует даже не само онлайн-казино, а контролирует счета. Угу. Вот здесь как бы законодатель это достаточно... Наиголовнейшее. Да, наиголовнейшее. Почему? Потому что многие говорят, ну вот, если вы закроете нам счет, мы будем там криптовалютой заниматься. Да? Но на самом деле, если взять техническую сторону, то криптовалюту сегодня переслать куда-то очень сложно. Она идет несколько дней. И долго. Вот, понимаете? И поэтому сегодня, если перекрыть возможность вот как раз-таки обмена денег на кредиты онлайн, то государство спокойно может остановить это все. Угу. И проблем в этом большой нет. Просто нужен орган, который будет этим заниматься. У которого будет достаточно полномочий, технических средств, который будет закрывать вот эти счета. Понимаете? И все. И тогда это побороть очень легко. Ну, а вот зараз, как вы вважаете, что происходит в Верховной Раде и на комитетах? Кто там зараз намагается, какие правки внести, чьи интересы защищают народные обранцы? Часть народных обранцев защищает интересы, скажем, крупного бизнеса. Именно, украинского или закордонного? И того. Их же много сегодня. Ага. Сегодня в Верховной Раде там порядка 8 законопроектов. Каждая сторона лоббирует какой-то интерес. Ага. Вот. Я же как бы вначале даже сказал, что получается, даже сами участники рынка не могут между собой договориться, потому что они настолько отделены друг от друга, что они пытаются сегодня этот закон представить, свои интересы показать как надо, а вот остальных... За счет них показать, что вот мы боремся с игорным бизнесом, да, вот мы его там затягиваем, удавливаем и все тому подобное. Вот, и из-за этого как бы и нет консенсуса. И самое главное, нет четкого понимания, что вот как на Западе, мне очень нравится западная модель, они, правда, много лет уже занимаются бизнесом, и нам надо у них поучиться. У них нет противостояния бизнеса и государства. У них есть слаженная работа. Почему? Потому что государство говорит, ребят, мы хотим вот такую долю от вашего бизнеса. Это нормально. И тогда создаются хорошие системы контроля, которые действительно контролируют. Да, сегодня есть уже готовые онлайн-системы мониторинга, которые можно поставить в любой игровой автомат. Казино очень легко контролируется. Многие не знают об этом, но вот я, допустим, работал в Африке. Там очень много казино, которые управляются и контролируются из Ливана. Каким образом? Да, очень оригинально. На самом деле ничего сложного нет. Ведь в любом казино существуют камеры. Есть такая специальность, даже как камерный, должность. Человек сидит и записывает обмены ставок за столами и в кассе. Когда обмен денег происходит, это все снимает камера. Деньги раскладываются, вот как примерно точно так же, как в Макдональдсе, да, когда у вас говорят, там берут деньги, они говорят, сколько они взяли. Точно так же проговаривает это крупье. И вот по этим обменам очень легко определить доходность казино. Подслеживаются и записываются крупные выигрыши. Потом они прорабатываются с разных камер. И таким образом мы можем дать государству просто уникальную систему контроля над вот этим азартным миром. Понимаете, они будут знать до копейки все. Пускай они определятся, сколько они хотят от этого бизнеса. Они сегодня предлагают сумасшедшие лицензии, но это обкрадывание самих себя. Почему? Потому что лицензии никогда нас не страшили. На самом-то деле. Основная проблема была с патентами, которые мы платили на каждый игровой автомат. Но сегодня мы идем к тому, чтобы сделать этот бизнес открытым, понятным. И для того, чтобы наполнять бюджет, чтобы все в этом рынке чувствовали себя корректно. Да?
не обделенными, не угнетенными, не так, как сегодня кричат. Там один криминал. Нет, никакого криминала на самом деле нет. У меня работало 2500 людей. 85% из них это были офицеры запаса, никогда нигде не сидевшие. В казино, многие говорят, вот в казино там крупье обманывают. Можете себе представить, маломальски шулер оттачивает свое искусство 5 лет. Это только для того, чтобы натренировать руки. А для того, чтобы психологически себя натренировать, необходимо 8 лет. Можете себе представить, сколько будет стоить такой сотрудник для того, чтобы поместить его в казино? Да никто даже этим и заниматься-то не будет. Потому что эти игры, они построены на математических вещах. Есть теория шансов. Если вы ставите красное и черное на рулетке, то вы играете с казино 1-2. Но это вранье на самом деле. Почему? Потому что у казино есть еще зеро. Это и не красное, и не черное. Угу. А если брать французскую рулетку, есть еще дабл зеро. Это двойное зеро. Ваши шансы еще меньше. Угу. Понимаете? Вот за счет этого казино и выигрывает. Ну, тобто, 1%, 2-3 від обороту, і це якраз виграш саме казино. А от була дуже цікава історія щодо щодо цього законопроекту і права Кабміна, якимось чином виділяти безналогові зони, і щоб закордонні чи наші компанії заходили в ці зони, вкладали кошти, і в них було там 10, 20, 30 років без оподаткування. Ну, тобто, розкажіть більш детально про цю ситуацію. Тобто, ми розуміємо, що на комітеті не проголосували за це, а потім на документі онлайн на сайті воно вже було, потім скандал. Ну, тобто, дивна якась ситуація. Так, це дуже оригінальна ситуація. Я якраз знаходився на комітеті. Об этом говорив Давид Арахамія. Он говорил, что это очень важный пункт. Почему? Потому что он обговорил эту ситуацию с некими 5 самыми крупными представителями в мире. Угу. Да, какие-то мировые бренды. К сожалению, он не назвал эти бренды. Я потом у нескольких спросил этих брендов, потому что, ну, как бы я с ними знаком. Они говорят, мы не знаем, мы не договаривались. Вот. Кого он имел в виду, я не знаю. Но получается, ситуация не совсем корректная, потому что получается, что люди, которые уже у нас в Украине построили 5-звездочные отели, не имеют таких прав, какие будут иметь те, которые построят. Чем они хуже, чем те предприниматели? Просто те, что сейчас начинают строить, а те уже построили. Но это неправильно. Рынок должен быть одинаков для всех. І сама може це якесь залучення фінансування, там інвестиції в Україну за кордону, мабуть, є така логіка. Вони говорять, да. Но на самом деле, ви понимаете, когда смотришь на все это, я понимаю любые ограничения, любое, скажем так, ограничение вот такое принципиальное физическое, оно ведет к чему? К коррупции. Потому что тебе дам, тебе не дам. Если вы хотите ограничить, а это нужно сделать. Я считаю совершенно неправильным то, что на каких-то рынках стоят игровые заведения. Но это бред. Такого ни в одной стране мира нет. Вот. Если вы хотите это сделать, то давайте лицензионные условия определим, где мы будем ставить. И пускай получают владельцы тех же отелей. Правильно? Mm-hmm. Лицензию может получить хозяин отеля. Хочешь игровое заведение? Не вопрос. Оно будет стоить тебе там 200 гривен, это лицензия. Но построй отель, соответствующий лицензионным условиям. И тогда не надо ограничивать. Вы думаете, 5-звездочных отелей в Киеве настроят на каждом шагу? Нет. Потому что это очень дорогое удовольствие построить такой отель. И таким образом мы ограничиваем количество этих игровых заведений. Mm. Потому что это дорого. А государство не должно рассчитывать на то, что оно с этой единоразовой лицензии получит. Государство должно получать с каждой ставки. Чем выше доход государства, вернее, чем выше доход этого казино, тем выше доход государства. Если наши государственные чиновники умудрятся довести страну к тому, что она начнет расти экономически, у людей появится больше возможностей, они больше начнут играть, допустим, и позволять себе проигрывать, таким образом, без переделки любого законодательства, поднятия этих налогов, опять же, того же угадывания, государство
сразу же плавно начинает получать больше доходов. А вот з вашої точки зору, скільки зараз держава втрачає, якщо б, наприклад, вона взяла закордонну практику і ввела її, щоб держава контролювала і мала якийсь відсоток від кожної ставки? Тобто, скільки це, наприклад, за рік у доларах? Мені зараз дуже складно говорити про сьогоднішній момент, тому що я апеллировал последний раз на территорию Украины в 2009 году, в мае месяце. Вот. Ну, чисто теоретично, что мы разумеем. Мы готовили закон, мы просчитывали его на 2009 год. Очень серьезно считали все. В принципе, мы на тот момент выходили на сумму, я помню точно, 7 миллиардов гривен. Это только от игровых автоматов. Ну, тогда был інший курс доллара. Я так понимаю, это было приблизно миллиард долларов. Да, да, где-то, наверное, так. Нет, немножко, наверное, меньше, но где-то в районе миллиарда долларов. Угу. А зараз ничего не приносит. И, в принципе, это до миллиарда, это фактично зараз оседает в кишенях, не зрозуміло кого. Зрозуміло. А вот какие зараз, в принципе, есть перепони основные для того, чтобы законопроект по гральному бизнесу все же таки проголосовали? Какие там главные правки, какие там камни спотыкания есть? В первую очередь, есть непонимание со стороны операторов, да, вот те, которые сегодня планируют работать, нет взаимодействия между ними. Со второй стороны, нет знаний, нехватка знаний самих законодателей. И вот в этом и проблема, что они не могут родить вот этот закон, который бы действительно позволил Украине стать современной страной, в котором государство и бизнес работают вместе, как в одной корпорации. Угу. Понимаете? Мы должны стать вместе с государством одной корпорацией. Мы должны работать в одном направлении. Мы должны увеличивать доходность. И, скажем так, помимо этой доходности, коль мы говорим о игорном бизнесе, мы обязательно должны смотреть на ее, на несоциальность этого бизнеса. Правильно? Мы должны защитить людей. Как это сделать? Сегодня много говорят о лудомании там, и все тому подобное. Мы должны поставить маркер. Мы должны определить, сколько сегодня в Украине лудоманов. Угу. Как это? Мы можем реестр вести. Внесли человека в реестр. Возможно, это врач будет носить. Это уже как бы, ну, скажем, если это болезнь, то должен говорить об этом врач. Правильно? Потому что сегодня логично, даже на комитете логично, кто-то сказал, говорит, юрист. Я сидел и думал, думаю, ну как юрист? Это же вроде не врач. Он не может определить психологическую зависимость человека. Я думаю, что это врач. Вот если есть заключение врача, что человек лудоман, значит, надо его вносить. Вот. И таким образом мы увидим, вот у нас такое-то количество лудоманов. Если мы начинаем развивать этот бизнес, и их становится резко больше, значит, мы делаем что-то не так. Значит, мы должны снизить ставку. Если мы снижаем ставку, то тут государство... Вот почему и нужен вот этот подход дифференцированный. Если мы снижаем ставку, то, естественно, если человек проигрывает, грубо говоря, 100 гривен, угу, то мы можем заплатить 20 гривен. Если человек проигрывает 1000 гривен, мы можем заплатить 200 гривен, правильно? С аппарата, потому что надо еще аппарат, угу, надо заплатить за помещение и все тому подобное. И таким образом государство, получается, хочет больших налогов, но и хочет, чтобы не было лудомании. А как же, получается, это палка о двух концах. Увеличивая ставки, мы увеличиваем доход, и, естественно, доход государства. Но тем самым начинаем увеличивать количество случаев лудомании. Вот здесь и нужен, вот как раз для чего и нужен вот этот управляющий орган, в принципе. Он должен очень четко следить за тем, увеличивается ли у нас количество лудоманов. Нет. Значит, мы можем немножко увеличить ставку. Ага, начало увеличиваться, все, прекращаем. Уменьшаем ставку. Угу. Понимаете, нам нужны некие маркеры относительно... Балансування таке, конечно, чтобы оно відбувалося и со стороны держави, и со стороны бизнеса. Да. Угу. А вот наразі, вот, які саме є конкретні от, перепони для цього? Ну, от, окрім того, що нема розуміння у депутатів, нема ще єдності у представників бізнесу,
Тобто, які зараз основні тези у цих різних 8 законопроєктів? Тобто, чим вони відрізняються? Що там прописано? Є там законопроєкти, які дуже небезпечні для України? Чи є якісь там нормальні законопроєкти, які, в принципі, можливо прийняти? І це позитивно вплине на ринок, на гральний бізнес в Україні? В принципі, от той законопроєкт, який голосували в Верховній Раді, в ньому було внесено дуже багато поправок. І, по большому счету, как за основу, вот именно для того, чтобы провести его в первом чтении, я считаю, его можно было бы взять. Его, конечно, очень сильно надо дорабатывать. Но здесь сработало, мне кажется, больше политическое лобби. Почему? Потому что мы видим конфронтацию старой власти с новой. Старая власть, она применяет все мыслимые и немыслимые методы для того, чтобы не дать развиться вот этой власти, которая сегодня пришла. И получается, что старая власть окричит, что это плохо. Да, вот вы видели, что они очень громко заявляют, что вот у нас и лудомании, и с трибуны Верховной Рады народный депутат кричала, что мой ребенок проиграл такое количество денег. Самое интересное, она не уточнила, что этот ребенок проиграл в тот момент, когда игорный бизнес уже был закрыт. Понимаете, да? Он в черном зале проиграл. Так что, возможно, она может пойти в правоохранительные органы и попросить, чтобы ей вернули часть этих денег. Ну, тобто вони відстають, я так розумію, чорні доходи правоохоронних органів. Они это отстаивают, и плюс они не хотят дать возможность новой власти получить доходность в бюджет. Почему? Потому что тогда с пустым бюджетом... Но для них чем гирше, тем краще. Да, да. И вот это противостояние самих же законодателей, оно очень отрицательно отображается не только на игорном бизнесе, а на любом законодательстве. Угу. Понимаете? Вот. Второй момент. Недоверие. Да, существует очень мощное недоверие между властью и бизнесом. И оно обосновано на самом деле. Потому что вот в 2009 году совершенно незаконно были забраны лицензии, остановлена деятельность громадных компаний, которые совершенно законно работали. Понимаете? Путин, допустим, в свое время, да, он сказал, ребят, нам игорный бизнес не нужен. Мы вытесняем его в зоны. У вас есть 2 года доработать свои лицензии, а потом закрыть. И это было честно. Понимаете? Ведь мы работали честно, мы заплатили все налоги, мы заплатили лицензии, и нам через 2 года, хотя мы купили на 5 лет лицензию, ну, очень дорогие, нам сказали, ребят, вот сегодня весь ваш бизнес остановился, и у меня 2500 человек оказались на улице. Незакрытые кредиты. Я буквально месяц до этого купил новые аппараты. Зачем? Понимаете, которые никому уже не нужны. Ну, тут вы зараз про ситуацию в Украине, которая была в 2009 году. Да. И тогда вы решили закрыть бизнес и не платить правоохранителям. Да. Потому что это, я считаю, это не бизнес, это унижение. Это унижение, когда ты прячешься от кого-то, заносишь эту копейку, трясешься, ждешь возле этого телефонного аппарата, что тебе позвонят и скажут, быстренько закройся. Ну, как бы, ну, это, допустим, не для меня. Есть люди, которые пошли на это. Я их тоже не сильно осуждаю. Да, это неправильно, черный бизнес и все. Но это есть последствия неправильной политики, неправильного принятия вот этих законов. А вот с вашей точки зрения, закордонні такі корпорації гральні, вони, їм цікаво заходити на Україну? Чи... Конечно. Тобто вони, в принципі, зараз придивляються до відкриття все ж таки в Україні території? Понимаете, крупные корпорации, они требуют некой стабильности. Им все равно, какой закон будет принят. Почему? Потому что это миллиардеры. Да? Для них не существует каких-то порогов. Они могут позволить себе 10 лет работать в минус. Да? Вот сделать, как бы, если у них есть гарантии государства на 20 лет, они могут себе спокойно завладеть рынком, сделать какие-то условия, которые могут только они перешагнуть,
понимаете, и ждать этот промежуток времени. А захватить за 10 років вже да. Всі, хто слабкі, вони... Они все уйдут. Ви ж понимаете, розуміло. И это как бы практика по всему миру идет. Сегодня есть очень много крупных компаний, которые именно так и поступают. Но они никогда не зайдут в серую зону. Сегодня Украина – это серая зона. Здесь нет законодательства, здесь нет ничего. Поэтому они заняли выжидательную позицию. Они ждут, пока будет принят закон. Угу. Когда он будет принят, они спокойно придут, знаете, как в том анекдоте, да, когда мы спустимся. Да-да-да. Вот. И вот они как бы и придут, и будут рассматривать этот рынок. А для Украины это добре чи погано, когда зайдут такие транснациональные игральные компании? Естественно, что приход любой компании вне Украины приведет к тому, что часть финансовых средств Украины будут выведены за ее пределы. Понимаете, да? Когда мы развиваем собственный бизнес, деньги остаются у нас. Угу. Когда мы привлекаем инвестора, этот инвестор выбирает деньги и вывозит их из страны. Точно так же, вот я, допустим, работал в других странах, у меня не было интереса вкладываться в эту страну. У меня, как инвестора, была одна задача. Как можно больше заработать в этой стране и вывести оттуда. Угу. Вот, в принципе, это есть нормальный подход крупного инвестора. Mm. Поэтому для Украины это не будет привлекательной вещью. Единственное привлечение, скажем, какой интерес Украина может иметь в этом отношении, это действительно развитие туристической среды. У нас очень красивая страна. У нас есть и море, и горы. И поэтому у нас не хватает средств на строительство классных отелей, к примеру. И поэтому впустить эти корпорации... Ну, потрібно виставити дуже високі умови. Так? Да, и задать вот этот вот как раз уровень, что... Знахалому туризму. Да, вот именно, что мы хотим, если вы заходите, пожалуйста, постройте комплекс, у вас будет вот такой вот срок работы, вы сможете себе зарабатывать на этом деле, вы сможете платить вот такую долю нам в бюджет, но, пожалуйста, нам нужны 5-звездочные отели, 3-звездочные там отели. Угу. И все тому подобное. Развивайте инфраструктуру. И, в принципе, президент на этом и делает ставку. Он говорит, ребят, я хочу сделать инвестиционно привлекательную нашу страну. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.